расчесанный пробор. Был монтёром Ваней, но в пути парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Одну и ту же вещь, ужасное несчастье, невинный зря беречь. Сошлись и погуляли, их улича на лицо. Нашел он, что гуляли, красивше белицо. Сказал как джентльмен, ужасное несчастье, семейный телоплен. Он с ней расстался ровно через 15 дней за то, что лавировал.